Привет, друзья! В этом видеоролике я покажу вам, как обойти блокировку по Google аккаунту на смартфоне Redmi Note 10 с 11 Android, оболочка MIUI 12.03. Также этот способ работает на смартфонах, на которых уже установлена оболочка 12.5. Подключайте ваш смартфон к Wi-Fi сети, вводите пароль, немного пролистываете вниз, выбираете «Добавить новую сеть». Вводите любые символы, выделяете их, нажимаете «Поделиться», нажимаете Gmail и удерживаете значок 2 секунды. Уведомления, настройки в приложении, три точки, справка отзыв. Здесь пишем на английском буковку D и выбираем первый пункт. Здесь выбираем «Нажмите, чтобы перейти к списку приложений». Нажимаем еще «Показать системное приложение». Находим настройки, нажимаем «Открыть». Пролистываем чуть ниже, расширенные настройки, специальные возможности, меню специальных возможностей, быстрый запуск, разрешить, окей. Возвращаемся назад, еще назад, еще назад. Находим пункт приложения, все приложения, здесь ищем пункт сервиса Google Play. Чистим кэш и останавливаем их. Возвращаемся назад, еще назад, еще назад, еще назад и еще назад. Здесь находим настройки устройств Android со значком часов. Тоже чистим кэш и останавливаем. Потом находим настройки устройств Android со значком шестеренка. Тоже чистим кэш и тоже останавливаем. Окей. Возвращаемся назад. Еще назад. То меню подключения к Wi-Fi. Нажимаем далее. Телефон у нас не может подключиться к серверу. Нажимаем специальные возможности, ассистент Google, настройки, отключить, назад, назад. Пролистываем вниз, принять, окей. Пропустить, пропустить. Еще раз пропустить. Все, считайте, что вы разблокировали телефон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов. Увидимся в следующих роликах.